Я чую, сегодня нас ждет жаркая погодка. Всем привет, с вами снова я, Иван Сусанин. Мы продолжаем игру Far Cry. Путь-дорожка, блин. Сзади ничего, а впереди охренительно. Там просто офигеть, что творится. Так что страх на нашей стороне. Подожди, я не с той стороны иду. Погоди, я же тут прошел. Так вот сюда вот идти надо, да? Все равно по этой дороге. Долгая дорога. Непонятно вообще-то. Но, скорее всего, это она и есть. Ладно, пошли. Так, помните, да, мы гасили этих парней? Так, а там еще какие-то парни ходят. Неприятно. На машине, что ли? Похоже, на машине. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Так, тут дорога. Вон они. Одного завали, загасил. Второй где-то. Так, второго тоже загасил. Так, ну ладно. Я слушаю еще кого-то. Вон он идет. Парниша. Вовремя я тебя заметил. По-моему, все. Мне показалось, тут будет очень жарко. Но пока ничего, нормально так. Так, ладно. Он туда, если перебраться. Ты смотри, там он еще один. Колбасай. Колбасай. Так, если на ту сторону перееду. Будет ли это опасно? Я не знаю, по этой дороге. О, там вертолет. Мне показалось. Короче, ладно. Давайте посмотрим, что мы можем здесь. Так, если я туда пойду. Там аптечка есть. Но аптечка мне не нужна пока. Можно потом. Когда-нибудь. Так, а там дальше есть кто-нибудь? Ух, никого не видать. Ладно, пошли тогда дальше гулять. Уху-ху. Прогулочки у нас тут просто, просто офигенные. Отменные просто, офигенно. Так, есть. Я вижу его. Подкрепление. Какое подкрепление, нахер? Вы что, пали, что ли? Откуда вы пали, парни? Не надо мне подкрепление. Сзади, если приплыл сейчас, это же будет кобздец. По-моему, машина едет. Нет? Слышу кого-то. Кого-то слышу. Наверное, послышу. Да, наверное. Я не вижу, кто там. Вон, есть. Так, ладно, идет сюда. Нет, стоит он там. Идет сюда. Пока не видит. Уфу-фу. Operation. Cooperation. Так, он развернулся. Я не вижу, где он. Что это такой косой-то, а? Оп. Оп, так аккуратненько. Там он еще кто-то. Один вдалеке. Черт, их там до херища, похоже. Вау, он с гранатометом. Мама родная. Где он там? Вон он. Е. Попал. Машина едет. Похоже, пришло время чего-то серьезного тут, да? Так, точно, машина едет.
А, он сюда не проедет, кстати. Я смотрю. Тут заросли. Но он пытается, пытается. Смотри, тут опасно. Сам себя задавил, что ли? Что ты тупишь, парень? Я вот не знаю, кто-то. Там радио. Или рация. Так, ладно, пошли. На свой страх и риск. Само собой. Черт, стрёмно. Влево! Нихера их там, ёптить! Право. Твою мать! А это что такое было? О! Ни хрена, там целый отряд! А кого они там стреляют? Такое чувство, что они меня нихера не видели. Нет, смотри, по мне пуляют. У меня гранаты кончились, ёлки. Мне бы гранатку сменить, а? Я боюсь, что это невозможно. Ух ты. А интересно, вот это вот что было такое? Они не идут сюда, боятся. Вот тут вот какое-то, может быть... А, может быть, дерево можно сдвинуть было, да? По идее, это да, может быть. Самое главное, лишь бы тут не было этих. Нет, там что-то лежит. А, там оружие, вот что там. Понял, понял, там оружие лежит. Вау. Черт, могут попасть. Все, идут сюда. Один, по крайней мере, идет. Ну давай, иди сюда. Падла, попал! Ложись, граната! Твою мать. Он кинул гранату, еще крикнул мне, что там граната. Это какая-то тупо вообще. А, глупо, глупый. Глупыш. Глупыш. Ты где, глупыш? Он отвернулся от меня? Эй, ты! Ах ты, бля! Твою мать. Разберу тебя по косточкам. А что вы говорите? Там двое идут. Отличный выстрел. Люблю это оружие. Да, черт подери. Че, идут сюда, нет? Полный вперед. Да, черт возьми. Минус один. Полный вперед, да, черт возьми. Я на машине не буду рисковать. Так, они идут сюда, да? Да, приближается, смотри-ка. За камнем, я думаю, спрячусь, а? Класс, отлично. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. А, такой типа потерялся, да? Типа никого нету. Все, я ухожу, да? Так, ладно, это хороший был выстрел. Так, там машина стоит, а там... Интересно, есть кто там, нет? Я бы не сказал сразу рисковать, да? Так, сохранение. Там костер какой-то. Так, сейчас, подожди, посмотрим. Давай заберемся наверх. И потихонечку, помаленечку. Так, бля, батарейка у меня, короче... Я сейчас только что заметил, что эта батарейка, похоже, означает... Кто стрелял? Где он, снайпер? Прибор ночного видения. Он где-то там стреляет. Я не заметил, где он там. Он с одной пули может вынести меня довольно хорошо. Вон он, снайпер, блин. Так, он меня не видит. О! Твою мать, что-то он такими страшными патронами пуляет, а? Ну-ка, я его не вижу, да, отсюда.
Где он там? Дружок, ты где? Так, прямо, да? Черт. Подожди. Там он, вон он стоит. Я его вижу. Так. Вон его голова. Прямо в голову сейчас ему, если попаду. Так, а если помедленнее? Е! Отлично, я его снес. Отличный удар. Ха-ха. Молодец, парень. Водопад. Охренительно. Так, ждем и смотрим, кто тут у нас еще может быть. Так, вон там еще один. Один? Точно один? И вход куда-то. Так, ладно, он меня не видит. Самое главное, что он меня не видит, придурок. Я спрятался, черт. Черт возьми, как же я глупо. Поторопился, ребята, поторопился. Базара нету, поторопился. Он за тем деревом, да, стоит? Вон он. А если я его... Ладно, в руку будет не очень легко попасть. Ну, возможно. Давай. Есть, смотри-ка, я ему руку отсек. Он сразу умер. Класс. Отлично. Так, сейчас самое главное не умирать. Самое главное, ребята, костер, смотри-ка. Нормально вы тут устроились. Но тут, правда, у вас ни хрена нету самого главного. Бронежилета. Ух ты. Отсюда могут в любой момент приплыть эти на катере. Так что дело опасное тут может оказаться тоже. Так, а вот и бронька. Нифига себе, прямо тут лежит. Вообще круто. Так, я вот боюсь, вот действительно, что могут приплыть. Немножко броньки. Не на 100%. Так, ну надо вот вон туда вон забраться, я думаю. Так, а если я попробую на машине? Я думаю, что вполне реально, да? По воде. Машина. Машина обратно ушла. Ладно, здесь нормально все. Главное, я... Еще бронька. Главное, я забрался. Патроны. Ну, гранаты, вроде не лезут. А как гранаты поменять, кстати? Что-то я, блин, немножко начал путаться. Как менять гранаты? Черт, побери. Так, и прибор ночного видения надо будет тоже настроить, наверное. Так что посмотрим. Ладно, здесь у нас сохранилась игра, идем дальше. Наша цель вон туда, наверное, все-таки вот в этот бункер залазить. Или что там такое, бункер или что за хрень там находится наверху. Так, давай вот сюда вот поднимемся, посмотрим спокойно. Никого? Я думал, тут бункер какой-то. Тут просто стоял снайпер и смотрел за мной, наблюдал. Ладно, пойдем потихонечку, не спеша. Помаленьку, потихоньку. Так, озеро. Еще один сейф. Как ни странно. Так-то сохраняется довольно часто сейчас. Игра. Так, надо вот за этими деревьями спрятаться, я думаю. Большими. А там дальше, похоже, что-то еще есть, да? Так, вон, я вижу еще одного. Одного только? Давай-ка проверим. Ну вот, стою я в ночном... Он сам с собой разговаривает? Там я никого больше не вижу. По-моему, тебе пришло время, парень. Так, еще один бежит. Двое? Трое?
Мама родная. Пару на флаг! Да ладно ты, они даже сюда не идут. Я вынесу тебя. Давай посмотрим, кто кого. Падла, чуть не попал. Опа, кто-то попадает, кто-то идет. Кто-то, кажется, идет. Нет? Показалось? Вон они, двое, да? Да как-то легко получается у нас. Лишь бы тут сзади никто не под это... Не подстраховал этих ребят. Так, ну что ж, снайпер, давай. Где второе? Второго не попал, второго не нашел. Второй за деревом спрятался, падла. Продуманный парень. Чё так медленно, а? Эй, чё-то я, похоже, нажал. Почему скорость такая мелкая? А, во. На В нажал, случайно. Случайно. Так, я как-то что-то... Я его могу засечь, но где он? Вон он. Он один там. Ну что, давай, 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 давай. Как целится снайпер. Блин, мимо. Еще один идет. Твою мать, еще один идет. Не повезло. Снайпер как-то я не очень стреляю. Воу! Кто стрелял? Похоже, ближе кто-то, да? Нет? Они оба там. Ну, через такое расстояние не страшно. Вообще не страшно нисколько. Главное, выстрелы есть. Да, снайпер. Снайпер молодец. Так, подожди, я не ту клавишу нажал случайно. Секунду. Там еще один стоит, что ли? Так, там под... В кого он там стреляет? Я пытаюсь понять, кого он там пытается завалить. Похоже, там эти... Блин, пулемет стоит. Вполне возможно, что там эти твари. Да, может быть, твари там. Вполне реально. Или он сюда стреляет? Я вообще его не вижу. Где он? Не, он в другую сторону смотрит. Ты где, придурок? Или дружок, наоборот, как тебя назвать? Кого он пытается завалить? Он в другую сторону смотрит. Не вижу. Печально. Опа, кто-то ближе. Так, он меня засек. Он меня засек или кто-то другой? Он в другую сторону стреляет. Ладно. Ты сам, парень, напросился. В сторону отходит пуля отходит в сторону, к сожалению. Давай, 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 давай. Точнее, точнее, но... Есть. Откаючился. Классный выстрел. Так. Будет побезопаснее. Так, здесь выход куда-то тоже есть, да? Блин, непонятно, куда это? Ага, тут ничего нету. Ладно. Будем знать, будем в курсе. Вот так вот, хедшотами.
Просто отлично. Так, ну здесь будем сейчас найти сохранение, самое главное. Больше мне ничего не надо, у меня как бы боеприпас полный. Я уже почти дошел до места. Так, а что, могу я как-то развернуть ее на 360 градусов? Вот так вот. Чтоб если что, расхерачивать там целую армию. Да, если они будут нападать на меня. Вдруг. Такая возможность есть. Тут, блин, такой узкий проход, прям стрёмно. Стрёмненько, ребятки, стрёмненько. Очень узкий проход. Я почти зашел. Че, патронов нету? А, мне не нужны просто. Ладно. Спасти Вэл. Нет, нам уже не надо спасать Вэл, нам нужно выпустить животных. Найти гранат комплекс. Мне нужно выпустить животных. Вот это что такое было? Кажется. Не слышно никого? Так, вообще-то лучше, наверное, вон туда подняться, наверх. Это хорошее место. И вот отсюда я уже... Там кто-то идет. Отсюда я уже более... Буду аккуратен, наверное. Никого не видно. Показалось. Опа. Японский городовой. Че я нашел? Комплекс. Вон они. Там их двое. Ладно, с этими проблем не будет. Они еще далеко. А мне пока не они важны. Мне пока важны другие ребята. Так, а если я вот сюда поднимусь? Кстати. Может же оказаться так, что это хорошее место, а? Лишь бы они меня не засекли. Вот интересно. Так, сколько их там? Я уже их целую армию вижу. Твою мать, сколько их там? Если они меня сейчас засекут, это будет кобзец. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать красные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить головные клапаны. Чё? Чё сказал? Ладно, ладно, пошли. Я знаю, о чем. Я переживаю, что тут кто-то, похоже, есть. О, бля, хомуха! Влево! Правый фланг! Трое их там! Прикройте слева! Прикройте справа! Твою мать, сколько их там? Откуда влево! Они тут? Да, он жив. С этой-то стороны сколько их там, бля? Попал, падла. Они меня видят уже. Ладно. Вот так вот случайно получилось, да? Патроны кончились, ёлки-палки. Сейчас они будут вот посюда проходить, наверное. Но мне бы вот этих вот всех завалить. Забрать все, что у них было тут, да? Патронов бы побольше было бы. Вообще бы было классно. Да. Как я его заметил, вообще не знаю. Где он? Никуда быстрее. Мы его потеряли. Я тебя запомнил. Твою мать. Время драть задницы. Кому? Мне? Воу! Кто стрелял? Твою мать, пошли вперед! Собака! Эй! Падла, вообще не в тему! Полная жопа, ребята! Не кобздец! Один выстрел и все. Ты покойник, приятель! Ребятки, мне один выстрел осталось. Сколько их тут, ёлки?
Так, по крайней мере, я слышу. Кого-то я слышу. По-моему, засекает. Засек меня. Кто-то меня засек. Так, давай аккуратно. Блин, я как всегда на этом, на пределе. Где-то здесь рядом. А, блин, какого хрена, чуть-чуть, не заметил, блин. Один выстрел и все. Жопа полная. Так, ладно, давай, короче, будем этих ребят отсюда выносить. Там их целый отряд, вон. Там их целый отряд. Не ожидал, не ожидал. Идет сюда прямо. Твою мать. Да, я так не рассчитал сразу же. Надо было сразу так думать, что они могли идти сюда. Ну, это просто продуманный ход игры. То, что сюда забрался и все. А тут они как бы шли сами как-то непонятно как. Нашли. Ладно, надо снайпером все-таки быть лучшим, нежели просто тут. Они, наверное, на машине приехали, да, получается? Так, я вот надеюсь, их тут нету больше. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Далековато. Короче, ладно, нормально. Пошли, короче, пытаться сверху. Ну, 8 патронов всего. Не ахти. Не ахти патронов. Давай быстрее. Чё ж такое медленно-то, а? Так. Давай будем пробовать таким вот образом. Роль снайпера. Так, там еще один. Ни хрена, у меня не хватит патронов на всех. Здесь ближе никого, да? Так, если я кого-то... Если кровь узнает... Спалю. Но я вижу возле пулемета пока никого. Но пулемет, к сожалению, он здесь. Да. Ладно, будем действовать именно таким образом. Снайпер есть снайпер. Кто ближе, тех и будем валить. Двоих завалил. Так, отлично. Не, бочка не взрывается. Вот это взрыв нормальный был. Вот это хороший взрыв был. А там никого не видать. Смотри, они попрятались. Так, один идет сюда. Так, прямо сюда идет. Давай аккуратно. Так, с той стороны тоже идут. Твою мать, нихера их там. Отступаем. Воу-воу-воу. Так, за дерево надо прятаться. Воу-воу-воу. Так, вот они с ближнего расстояния, да? Где-то рядом еще.
Я тебя убью! А, кто? Кто? Блять, я не видел его. Собака, да что ж такое-то, а? Снайпер нахер. А, грёбаный урод, а. Так, надо уходить. Надо уходить отсюда. Короче, идем прямым путем. Конечно, это хорошо, когда... Снайперские патроны есть, да? Очень хорошо, но все-таки безопасней идти прямиком. Так, сейчас там их будет целая куча еще, да? Не ожидал я, конечно, таких поворотов, событий. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Старшего техника. Аккуратно надо. О! Как он тут оказался? Так, а если я попробую... Смотри, вот сейчас вот на этой машине попробую. Так, машина у нас где-то там далеко. Ладно, там еще идет отряд. Сейчас мы будем их гасить. Есть возможность. Значит, будем. Твою мать, вертолет. Вот это совсем неожиданно. Твою мать. Там трое идут. Они просто ходят. Это просто патрули. Это патрули. Нихера, сколько тут, ёптить. Крепенько, наверное. Тогда было бы уже поздно. Так, давай подождем, пока вертолет улетит. Если он улетит вообще. Ни хрена он не улетает. Да, третий не маленький. Блин, как же тут собака все это сделать? Можно припугнуть их, конечно. Я бы все-таки предпочел, наверное, машину. Так, идут сюда. В этом направлении идут. Так, ладно. Давай аккуратно. Они меня не ожидают же все равно, да? И пойдут ли они сюда? Блин, вертолетчик меня напрягает. Ну и... Не знаю и знать не хочу. Пехот... Давай сделаем вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не то, о чем я мечтал, конечно же. Ну как-то так. Как знаешь, но посмотри, в каком дерьме мы оказались. Смотри, я впустую эти патроны выпускаю. Смотри, они пошли вокруг. Обходит один. Террористы, бля. Я все равно засеку сейчас. Так, вот он идет. Так, он живой, бля. Следить за местностью. Спускается. Так, ладно. Операция, блин, охренительная. Снайперская не всегда получается. Ситуэйшн. Так. Там их как бы, ну, много, конечно, но я думаю, что я справлюсь.
Блин, какой отряд у них там, охренеть. Так, он идет прямо сюда куда-то. Вон он, поверху. Вон они все, да? Так, тихо. Он меня заметил. Тем не менее, он идет тут по низу, по дороге. Это ему же хуже. Этим он и проиграет. Так, он меня не видит, да? Пока вроде нет. Давай, 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 иди ближе. Так, он уже здесь. Давай ты, черт. Вон он. Взять его! Так какого хрена, блин? Упустил момент. Броня еще лежит? Вроде бы да. Так, передвигается еще один. Черт, как же все-таки. Фу, операция. Так, еще один, где он? Черт! Минус один. Отлично. Так, еще броня, да? Нет? Я ее собрал. Ладно. Так, остальные. Остальные, наверное, там, наверху. Ладно. Пошли тогда. Сейчас попробуем с вертолета снести. Блин, как не хочется опять начинать все сначала, если сейчас я проиграю. Ой. Твою мать! Там еще войны. Скверно, скверно. Так, две броньки тут лежат. Надеюсь, они никуда не денутся. Пока я буду их валить тут. Козлов таких. Сика-сика и накусика. Ох, как сложно, ох, как сложно, а. Вот это операция. Так, давай будем сносить вот этих вот. Так, есть кто-нибудь тут возле? Самое главное, чтобы возле пулемета никого не было. Вон он. Слишком быстро. Вот о чем я говорил, там пулеметчик на. Это будет не очень безопасно. Патроны кончаются. Черт, сегодня операция у нас получилась охренительная просто. Фу. Серьезно. Так, один где-то он там. Давай, 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 двигай сюда. Блин, знаете, как меня захватила эта игра? Сегодня, по крайней мере. Вообще офигительно. Вон он идет. Я его заметил. А он меня не видел, да? Так, он куда идет? Он идет сюда. Да, 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 я вижу, он идет сюда. Мимо. Собака ушел. Вон он. Че ж так косо-то, а? Попасть не могу толком. Так, он живой. Он потерял меня. Он сам потерялся и меня потерял. Так, с той стороны еще один идет. Опять же сзади заходит. Давай опять сверху спрячемся. Где-то вот тут один. Да, вот такие вот операции сложные. По-честному. Добил. Операции очень сложные. Такие. Я смотрю, у меня и патронов до хера, и... Вообще. Твою мать, вот это я зря сделал. По ногам ему на. Козлу такому. Никого? Ближе никого, ладно. Пойдем броньку соберем.
Вот так вот тоже бывает. Но нам добраться до точки не так много. Их осталось буквально 4 человека. Плюс, может быть, еще этот на вертолете кто-то сидит. Я не вижу, сидит на вертолете кто, нет? Он с той стороны сидит. Так, стоять. Он идет сюда. Ух ты, бля! Ребята, я не специально на вас. Как-то глупо. Хочешь еще? Нет. Я хочу тебя убить. Я хочу тебя... Да? Я тоже это знаю. Что ты тоже пытаешься меня найти. Четверо их. Блин, гранат нету. Или как-то я не умею их переключать просто. Знать бы как. Все было бы намного проще. Так. Вон он. Там еще один. Ёптить. Секретная операция. Пошли-ка дальше. Так. Где-то возле пня, да? Вон он. Он меня видит. Я разнесу тебя в клочья! Он меня видит. Я убью тебя! Я убью тебя, лодочник! Куда он спрятался? Я его не вижу. А вон там пулеметчик сидит. Вон того надо снести, на самом деле. Но самое главное сейчас вон того вон убрать просто. На вертолете. Да что ж такое-то? Не могу прицелиться толком. Ну давай, ну куда ж ты ушел, падла? Куда ж ты ушел-то опять? Опять свалил на. На этой стороне был, между прочим. Нормально так все было. Затянулась наша сегодняшняя война. Так, подожди, он опять стоит. Он... Так, подожди, есть шанс. Ну давай, 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 давай. Вот и все, нахер пошел. Теперь будет намного проще. Вон он стоит, я его вижу. Блин, придется снайперки колбасить. Вот так вот. Так, там еще один идет. Фу, сегодня у нас операция, блин, снайперская. Очень снайперская. Так, идет отсюда один. А вон там-то ты и сейчас и попадешь, парень. О, да. Так, и вон там один где-то был. Черт. Ладно, пойдем попробуем. Броньку можно забрать. Так, еще один идет, да? Так, а если я поверху попробую опять? Черт, как все стромно и сложно, а? Это операция. Снайперская. Подожди, он где-то здесь. Снайперская работа. Так, он здесь. Он поднимается наверх. Он поднимается наверх. Иди сюда, бля. Собака, он стоит на месте. У меня нету гранат, так бы я его расхерачил. Где ты, бля? А он идет один туда. Ладно, пошли, короче, отсюда. Они тут решили сыграть со мной в такую игру. Которая нам... Ну, тактика, видите? Тактика просто железная. Очень сложно. Все так просто.
Так, вот он идет сюда. Определить. Да, я слышу его. Шагами. Ладно, затянулась наша серия, но зато какой эффект от этой серии, а? Какое преимущество? Так, подожди, надо сесть ниже. Вон он! Собака, заметил. Заметил, падла. Ну давай, иди сюда. Мы его потеряли! Вы его потеряли. Иди дальше. Бля, я попасть не могу. Косоватый парень. Ему гранату у меня кинуть и все. Фу, гранат. Опа, он идет туда. Все. Это было классно, ребята, это была победа. Да, еще один остался. Наверное, последний. Предположу, что это последний. Воин там остался. Но не буду точно утверждать, потому что с этой стороны тоже там стоят. Так. Так, ага. Есть там кто, нет? Я не уверен. Вон он где. Там их двое. Там их двое, бля. Самое стрёмное, что их там двое. А тут кто-нибудь есть? Не хотелось бы на кого-то нарваться. По-моему, тут никого нету. Да, но здесь я могу подзаправиться немножко. Охренительно. Бананы, мама. Как выбрать другую гранату, а? Надо будет обязательно этим делом заняться и посмотреть, как выбираются гранаты. Почему я не могу перебрать гранаты и как прибором ночного видения. Хотя, в принципе, зачем мне прибор ночного видения? Ну что, где ж вы там? Не знаю, где они там. Наверху? Смотри, расходятся. Вон оттуда, где-то вон там он и стрелял, видел его. Нет? Нет, похоже, нет. Он с той стороны зашел. Смотри-ка, он меня решил на это, надуть. Здесь сейчас. Сейчас я его. Вот так вот тебе, дружок. Решил меня надуть. А не получится так просто. Так, сюда он тут идет еще один. Подожди, где он там стоит? То ли он наверху где-то, то ли... Вон он, собака. Так, это был последний. По-моему, мы дошли до глобальной местности. Фу, ребятки. Блин, это было жутко, на самом деле. А как туда перебраться сейчас? Просто так пройти, да? Да, если бы кто-то был еще живой, они бы пришли за мной. Так что я думаю, что... Это что такое? Лягушка, что ли? Прикинь, лягушка. Ха-ха, прикольно. Так, ну чё? Где наша минута славы? Патроны нужны? Или хватает своих? В принципе, хватает. Вот этих надо. Фух, аккуратно. Надо это было аккуратно. Твою мать.
Там еще хуже что-то. Ёпты, там еще кто-то. Блин, наша серия сегодня не закончится вообще, наверное. Он пошел туда. Там есть еще один, по-любому. Ох, где же наш сейф, а? Где? Следить за местностью. Воу! Это кто? Попробуй съесть это. Ну нахер! Бомбардировщик на. Откуда он стрелял? Где-то там, да? Мы его потеряли. Да хорошо, если так. Скверно, ребятки, скверно. Он кидал в меня. Откуда он забулил меня? Я не вижу его. Ладно, давай рискнем. Черт, а сейва-то не было. Давай с этой стороны попробуем зайти. Кто-то идет. Нет? Эти звуки. Твою мать. Документы? Ты нашел старшего техника? Да, приложил его отдохнуть. Угу. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джик. Да уж. Удачной охоты, Джек. Вон там кто-то был. Где он там стрелял? Он прям в меня хернул этим. А где он? Скрылся, падла. Твою мать! В голову! Мама родная! Откуда он, блин? Нет, эта игра наша сегодня, наверное, не закончится никогда. Откуда он стреляет? Я не вижу. Щец. Заси! Где-то оттуда, да? А, вон он, падла. Скотина. Оу, я потерял всю броню. Но я его закончил. Твою мать, нихера меня расхерачило. Так, ну чё, ребята? Давайте, наверное, продолжим. Сегодня у нас часовая такая серия получилась, похоже. Лишь потому, что было очень сложно. Так, они, скорее всего, оттуда идут, да? Сколько их там? Они так вот говорят прям, что как будто их там двое или трое. А мне надо найти, похоже, для кнопочки опять какой-то вход. Твою мать, вертолет летит. Фу.